Всем доброго времени суток, с вами Аврора 74, и сейчас я расскажу вам, как проходить трассу первого этапа сезона 2020 виртуальных российских авиационных гонок. Данная трасса расположена над Суджукской косой Новороссийского залива, между прочим, памятник природы. Но речь у нас пойдет не о природе, а, собственно, о гонках. И поэтому начинаем. Итак, мы взлетаем с аэродрома Новороссийск. Взлет осуществляем курсом 220. Это уже традиционно становится. Убираем шасси. И делаем поворот влево. Где-то там вдалеке у нас виднеется кораблик. Этот кораблик находится в центре зоны ожидания. Вот, направляемся к нему. Производим настройки самолета. По традиции занимаем удобную позу. И я надеюсь, что все мы прочитали рекомендации по тактике прохождения трассы. Поэтому сейчас выбираем оптимальный угол вхождения в стартовые ворота. И доворачиваем, собственно, на стартовые ворота. Я напоминаю, что у нас на сезон введены новые ограничения по массе самолета. Это ограничения по количеству топлива. То есть при прохождении стартовых ворот должны быть не менее 50% топлива. И также у нас есть ограничения по скорости. Это не более 300 км в час. Проходим стартовые ворота. Ворота номер 2 и выходим на шикану. Шикану обходим слева, справа, слева, резкий доворот вправо и не менее резкий доворот влево на ворота номер 6. После ворот номер 6 по прямой выходим на ворота номер 7 и вертикальный маневр. Вертикальный маневр выстраиваем с учетом прохождения ворот номер 9 и дальнейшего прохождения шиканы. Сейчас мы проходим трассу в обратном направлении. И вот у нас ворота номер 12, ворота номер 13. И вертикальный маневр. Выходим на второй круг. Второй круг у нас аналогичен первому. Да, есть небольшое исключение, нам немного мешает дым, но абсолютно не критично. Направление полета разглядеть можно. На шикане, как обычно, не разбалтываем самолет. Проходим максимально, стараясь спрямить траекторию. Выполняем S-образный поворот. Ворота, которые расположены на пирсах, получается, приподняты немножечко над уровнем моря. Поскольку у нас скрипт рассчитывает высоту пролета ворот, исходя от уровня поверхности, соответственно, эти ворота нужно проходить немножечко ниже, чем обычно. Обратная шикана. И финишные ворота. В этой сессии время получилось лучшим. Выполняем победные бочки. На этом у меня все.
Далее мы либо уходим на вторую попытку по решению руководителя, либо возвращаемся на аэродром. Всем удачи в гонках!